Всем привет, друзья! С вами Away921, и в последнее время меня все больше и больше привлекает тема, связанная с укрепрайонами. Захотелось в них почему-то разбираться, оказалось, у них довольно много всяких интересных штук, и как на счастье, именно вот совсем недавно мне в руки попало эксклюзивное видео, демонстрирующее работу двух новых расходников в укрепрайонах. Это авиаудар и арт-удар. Эти расходники будут готовиться в укрепах, естественно, за промресурс в специальных зданиях, каких пока не ясно, и потом, как говорят разработчики, только на первом этапе ясно, что они будут использоваться в укрепрайонах, как дальше будет, неизвестно, может быть и в рандомчик можно будет их с собой захватить всем участникам клана, ну, это пока мои фантазии, пока никто это не подтвердил. Ну и, собственно говоря, уровень зданий, в котором будут готовиться за промресурс, эти расходники будут также существенно влиять на их качество. Ну и поскольку само это эксклюзивное видео крайне коротенькое, то на вступление, конечно, мне нужно было время. Но теперь давайте убедимся, о чем мы сегодня говорим и как это все прекрасно выглядит. Начнем мы с авиаудара. Его будет вызывать командир по мановению своей мыши и при этом будет иметь возможность указывать сектор обстрела. В виде вот такого прямоугольника его можно двигать и вращать. То есть тем самым выбирая угол, под которым пролетит самолет, и то есть этим можно пользоваться из-под каких-нибудь камней, убивать противников или из-за укрытий и так далее. Самолет пролетающий сбрасывает противотанковые кумулятивные авиабомбы. То есть раз кумулятивные, то судя по всему они будут наносить урон только при прямом попадании в танк. Ну как вы видите, они довольно плотно пролетают, плотно бомбардируют. И не так-то просто там выстоять в этом всем секторе. Наверное, нужно быть совсем маленьким танчиком, чтобы пережить данную штуку. Ну и арт-удар. Артиллерия, которая стреляет из-за карты, с определенного места, и чем выше здание, в котором подготовился данный расходник, тем больше калибр, тем больше урон этих артиллерийских фугасных снарядов. Ну, то есть, определенно любопытная штука, она гарантированно внесет разнообразие в бои укрепрайонов. Ну а я, в свою очередь, был рад, что я вам все это показал. Раз вам это все понравилось, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать подобные эксклюзивы. На сегодня у меня все. Спасибо, что пришли. Приходите еще. До новых встреч. Пока-пока.